как мы когти точим. Он уже минуты 3 сидит, когти здесь точит. Почему-то вот ОСБ-доска нравится всем, и рысям, и пуму, и любят они одних когти точить. По многим кошкам замечал, даже если обычным домашним кошкам дать вот именно ОСБ-доску, они начинают вот так делать. То есть у меня и кун так делает, и пусик даже. Да, какая доска, правильно, поточи, поточи. Ну, а еще и можно, она на влажности полежала, разбухла, можно, да, еще подгрызать от нее, все поразделывать. Какие у нас когти большие, да? Пумский. О, и листочек, да, заодно. 10 об дерево когти поточить и листочек скушать. Как мы с Пумским сидим, а? Как мы с Пумским сидим? Кот. Ой, что-то высмотрел кот. Смотрит. Внимательный, да, кот у меня. Кот. Ты внимательный. Да, рос кот, чтоб мне об него пообтираться можно, да? Да, ну тему сладкий. Дорос, кот, дорос, да. Ой, в шевелюре не запутайся. Да, вот такой кот у меня. Да, обтирается кот. Все, свалился. Свалился кот? Что мы за соседом так наблюдаем, через ворота еще видно. Мордочку мою, мою мордочку. Ну тихо, повалишь сейчас. Ты облокачиваешься, я полностью весишь больше меня. Ну, наверное. Либо с меня, да. Да ты, конечно, мой кот. Повалить мне. Пытаешься. Облокотился такой на меня, как будто, я не знаю, пушинка какая-то. А если я на тебя облокочусь? У меня сейчас сидел котик, умывался. Я рассказала это модераторам, они сказали, что белый котик умывается к вину. Гостям и вину. Ну, может, это и правда, сегодня приезжает Наташа. Давайте вы расскажете, какие вы знаете народные вот такие штуки. Что там, знаете, типа черный кот перешел дорогу к беде. Там, вот мы сегодня вспоминали, мне говорили, что нужно плюнуть 3 раза, кому-то говорили, что нужно спиной пройти, кому-то говорили, что нужно с закрытыми глазами идти. Расскажите поверье, которое вы знаете про котиков. Про белых, про черных, вообще про котиков. Что к чему они моются, умываются, к чему дороги переходят, к чему урчат. Да, пысь? Ты к чему рычишь у меня? Рассказывайте, какие приметы вы знаете, что вам в детстве внушали. Вот я знаю, что черный кот, да, когда переходит дорогу, нужно 3 раза там плюнуть. Либо искать, что этот кот не полностью черный, чтобы не верить в это. И что котики гостей намывают. Но я не знала, что разного цвета котики по-разному намывают. И что вообще вы думаете о приметах? Ну или хотя бы даже если вы против примет, напишите, какие вы знаете приметы, связанные с животными. Так классно иметь много котиков. Он еще один пришел, ласкается. Конечно, любит к себе внимание привлекать, особенно когда я с телефоном сижу. Мой кот. Не знаю, какого у вас там ракурса, не вижу. Ой, урчит как.
Ты научился громко урчать, ты молодец, кот.